В эту субботу, 15 сентября, жители и гости Волгограда смогут увидеть авиашоу, приуроченное к столетию военно-воздушных сил России. Фигуры высшего пилотажа покажут участники группы «Русские витязи». Четверо из них в свое время окончили Волгоградское Качинское училище. Выступление асов можно будет увидеть на центральной набережной Волгограда. В небе появится 5 самолетов Су-27. Боевые машины выполнят сложнейшие фигуры высшего пилотажа. В списке запланированных трюков – ромбы, роспуски, тюльпаны, а также маневрирование на предельно низкой высоте со скоростью до 1000 км в час. Пилотажная группа проведет в воздухе 40 минут. Трюки летчиков будут сопровождаться фейерверком. Единственная страна мира – Россия – выполняет высший пилотаж на боевых самолетах. Это Россия. Никто больше на боевых самолетах высший пилотаж групповой не крутит. Качинцы, именно наши земляки, эта школа волгоградская подготовила таких уникальных летчиков-истребителей. Также в рамках авиашоу состоится акция в память о летчике-испытателе, выпускнике Качинского училища, герое Советского Союза Александре Федотове. Это единственный в мире человек, который установил 18 авиационных мировых рекордов. В Волгограде известному летчику планируют установить памятник.